Андрей! Багор! Все. Все, вытаскивай. Я видел. Пошла, забагрилась. Ну, что не вошка, мясо крошка. Опять за главное, за жабры. Так, я еще несколько лунок насверлил. Посмотрю, может, подальше от берега будет что. Казалось, братан должен клевать всегда и на все. А тут он уже второй день капризничает. Вот он. То спокойно жить не давал. Упс. Так, ну все, пойдем искать дальше рыбу. Сейчас еще 4 лунки просверлю и буду там дальше искать у них. Чуть-чуть побольше. Так, наживку бережем. Наживка нам очень сильно нужна. Еще, по ходу дела, рыба вот под этими островами сидит крупная. Так, что у нас здесь? О, 2 лунки. Вот и вот. В одну один клюнул, и больше никто не отзывался. И здесь вот один клюнул, и больше никто не отзывается. Сейчас еще вот рядом в соседнюю пойдем, может там что-то будет.
Опа. Еще один. Так. В общем, сейчас рыба ближе к поверхности поднялась. Поймал я ее. Если до этого прорвал практически от дна. Сейчас где-то в метре от поверхности, посередине получается. Смотрим, что здесь еще будет. Под островками рыба стоит. Здесь мелочь какая-то долбится. Андрюх, Андрей. Вот на таком расстоянии от поверхности уже второго вытаскиваю. Кверху пошла рыба. Бляха-муха, слушай. Экстрактор нужен. Сам упал. Сейчас еще раз поймаем. О, уже побольше.